Аромат цитрусовых ассоциируется с главным праздником – Новым годом. И тому есть даже историческое подтверждение. В Древнем Китае подаренная пара мандаринов считалась лучшим подарком. Он символизирует пожелание богатства хозяевам. В те времена стоимость мандаринов была очень высокой. 98 рублей. Спасибо. Сегодня эти цитрусовые более доступны. Их стоимость на центральном рынке Иркутска варьируется от 90 до 180 рублей за килограмм. Самое главное при выборе таких фруктов – обратить внимание на кожицу. На ней не должно быть белого налета, он не должен быть липким и иметь зеленые прожилки. Вот один такой фрукт содержит в себе не только новогоднее настроение, но и полезное свойство. Их наличие пробуждает аппетит и улучшает иммунную систему, что немаловажно в предновогодние морозы. Несмотря на холод, мандарины к нам доставляют из разных точек земного шара. По объему поставок новогодних фруктов в Сибирь лидируют две страны. У меня сейчас, например, двух стран. Один китайский, а вторая марокканские мандарины. Они обе очень хорошо берут. Если, вот, например, в ноябре мы продали за один день 2 ящик мандарины, а сейчас 4, 5, даже 6 ящик мандарины продаем. Очень хорошо берут люди. Мандарины мы покупаем очень часто, потому что сейчас предновогоднее настроение, и вообще ребенок у меня любит мандарины. Поэтому как бы стараемся к Новому году создать настроение себе и близким своим. Однако в погоне за новогодним настроением важно не переусердствовать, ведь цитрусовые в большом количестве могут вызвать аллергическую реакцию, и праздник будет испорчен. Поэтому медики рекомендуют не больше 5 фруктов в день. Николай Текалов, Евгений Шарыпов, новости сейчас.